Привет общественности и трудящимся. У меня сегодня наконец-то ребра свиные, но правда барбекю. Так-то я вообще-то хотел свежие взять, но никак не мог найти. Серьезно. Либо очень толстые с большим жиром. А это вот типа, ну, элит. Здесь уже все. Ну, не знаю, пленка срезана, не срезана, но должна быть. А может и нет. В общем, маринованные барбекю ребра. И они не просто так, а именно для виски. Так, ну первым делом вскрыть, естественно, надо это все. Этот вакуум. Так. Что за запах? Запах хороший. Так. Все готовить не буду. Слишком много. Люблю всегда свежее. Свежеприготовленное. Поэтому половиночку отрежем. Ну, давайте чуть больше половинки. Вот так. По ребру прям. Раз. Все. Тут еще кончик такой мясной. Ну, супер. Итак, дальше. Что я делаю? Я, значит, беру кусок фольги. Совсем небольшой. Маслица. Надо. Я думаю, надо капнуть. Чтоб не горело. Немного масла. Выкладываю на это масло кусочек с ребрами. Так. Закрываю. Я не думаю, что это прям принципиально, но чтоб не сгорело. Я имею в виду фольга там. И все такое. Для начала лучше в фольге. Так, ну примерно так. Одного куска достаточно. Так, далее. Противень. Противень. Как будет он удобнее. Я его, в общем, мыл различными средствами. Очень хорошенечко. Также и духовку промыл, чтобы никаких лишних запахов там, ничего такого не было. Ну ничего страшного, ну мокрое и мокрое, подумаешь. Так, дальше моя любимая бумага, сага. Много не будем. Надо экономить. В нынешних временах все нужно экономить. Так, расстилаем. Ну, мокрое, ну и что? Ничего страшного. Духовка-то у меня, кстати, готова. Духовой шкаф я включил на разогрев заранее. Проветрил его немного. Вдруг там средства какие остались. Вот. И когда при нагреве ты чувствуешь, типа есть или нет. Всякие посторонние запахи. Их не было. Слава богу, прокалил ее как следует там, на 300 градусах. Все, теперь можем класть в духовку все это дело. Тер-тер, но главное, ладно, лампочка не горит, уже хорошо. Так, чтобы жар нам основной не терять, быстренько закрываем. И на полчасика ставим. На полчасика, на час, минимум на час. И примерно около 200 градусов, вот так вот, где-то 200 градусов. Все, на час. Завели будильник, чтобы не забыть. Идем заниматься делами. Ну вот, все, готово, прогудело. Вытаскиваем. Ха, вот они. Кипучие. Офигенно класснючие ребра. Прям с пылу с жару. Хватаем. Кости оголились, ну и достаточно. Так. Ну тут, как обычно. Да не, ничего не подгорело. Все супер. Ну, ребят, все. Погнал я на Стримчанский. Под вискарик это поем. Да попью. Увидимся. Счастливо. Так-с.
сегодня уже обед. После вчерашнего, я вам скажу, практически не было никаких ни отходников, там ничего такого. Тут смотрите, сколько я выпил виски. Вот сколько осталось. 0,5 практически засандалил. Под хорошую закуску, под ребра. Сегодня доготовил то, что вчера, то есть осталось. Точно так же сделал, сочнее. Смотрите, как все варится. Обжегся чуть-чуть, но ничего. Спасибо вам за то, что были со мной вчера на стриме. Ну, вчера и сегодня. Он продолжался допоздна. Также опять, видите, мясо, ну, типа уменьшилось, да, кость оголилась. Это говорит о том, что все у нас готово. Так. Аккуратненько соберем. Отличнейшие ребра на самом деле. Ну, я уверен, что если бы они были не готовые, барбекю, я бы приготовил гораздо вкуснее сам. Но все впереди. Отлично. Отлично. Мне нравится. Так. Достаточно. И сочные, и все такое. Вот смотрите. Супер. Так, ладно, переходим по ссылочкам по моим. Подписываемся. Иначе, возможно, YouTube скоро заблокируют. Переходим на другие площадки. У меня их полно разных. Всем спасибо еще раз за то, что смотрите стрим, заходите, меня поддерживаете. Тоже огромное вам спасибо. Всего вам доброго.